Таких хомутов для будущего каркаса монолитного межэтажного перекрытия в смену гнут по 800 штук. Приспособление изобрели начальник участка ВСМПО «Строитель Люкс» Денис Миронов и его коллега бригадир Роман Гофман. Хомуты станут частью усиленной арматуры. Всего на объекте их понадобится почти 90 тысяч штук. Стены административно-бытового корпуса возведены давно. Сейчас внимание сосредоточено на строительстве перегородок и заливке межэтажных перекрытий. Насос поднимает строительную смесь на высоту второго этажа. Инвентарная потолочная опалубка, подобно атланту, удерживает заранее подготовленную площадку с арматурной начинкой. Я считаю, что уникальность этого пола заключается в том, что здесь применено сильное, мощное армирование, изготовление каркасов, которые укладываются в каждую волну, плюс дополнительная сетка. Я считаю, что такое армирование выдержит землетрясение 9 баллов, это точно. По соседству в корпусе самого будущего цеха 55/2 одномоментно ежедневно трудится до 30 человек, включая сотрудников подрядных организаций. Они завершают свои задачи по прокладке кабелей и заливке высокотехнологичных полов. Подрядчики по заливке полов являются организация «Полур». Также в цехе работают подрядчики «Астронкомфорт», «Астрон» и «Сталькон». Ну и, соответственно, как генподрядчик является УКС, управление капстроительства. 27 числа начинаем заливку полов в цехе непосредственно. До конца недели, то есть, будет залито порядка 95% всего цеха. За год стройплощадка изменилась до неузнаваемости. В летние месяцы до уровня благоустройства цеха подтянется и АБК. Здесь появятся все межэтажные перекрытия, окна, и он обретет жилой вид. А строители выйдут на финишную прямую.